Деловая встреча без промедлений началась с кадровых решений. Я подписал постановление о продлении полномочий действия правительства в нынешнем составе. За некоторым исключением я принял решение уволить господина Микулика, министра дорожного хозяйства и транспорта. Причина проста – отсутствие доверия. Алексей Текслер подчеркнул важность принятия оперативных решений по ключевым задачам. В приоритете вопросы экологии, в частности, выполнения поручения президента в рамках майского указа. Внимание необходимо уделить также работе городской свалки и благоустройству южноуральской столицы, чтобы успешно провести предстоящие саммиты ШОС и БРИКС. Пользуясь случаем, Владимир Мякуш пригласил временно исполняющего обязанности главы региона на ближайшее заседание Законодательного собрания области 27 марта, где Текслер сможет лично познакомиться с депутатами и заручиться их поддержкой.